Кул Тиросом правят несколько знатных домов. Когда-то всеобщим лидером был Делин Праудник, но после его гибели в Тираморе все изменилось. Кэтрин Праудмур заняла место мужа и стала лордом-адмиралом. Она командует армией и стражей. Но, несмотря на ее старания, в Култиросе все больше проблем с коррупцией, пиратством и преступностью. Праудмуры теряют доверие народа. Горный регион Друствар на западе обеспечивает все королевство рудой и крепкими бойцами. Дом Уэйкрестов веками поддерживал дружбу с Праудмурами, но их представитель почему-то не явился на последнее собрание совета. На севере жрецы моря под началом дома Штормсонгов строят и благословляют корабли для нашего флота. Но вот уже несколько месяцев, как от флота ничего не слышно, а жрецы удалились в монастыри и не торопятся его искать. Мы должны вновь объединить дома под знаменем Праудмуров и разыскать наши корабли. Иначе Култирос развалится еще до начала войны.